Игорь Садовский. Родился 10 сентября 1933 года в городе Минске. Осенью 1941 года он должен был пойти в первый класс. Началась Великая Отечественная война. Вместе с матерью Игорь попал в гетто. Мать стала подпольщицей. Игорь помогал ей собирать и хранить оружие, медикаменты, литературу для передачи партизанам. В 1943 году они передали 4 чехословацких пистолета в партизанскую бригаду имени Чкалова, куда Игорь вместе с мамой и еще 12 минчанами тайно выбрались из города в лес к партизанам на Лебокскую пущу. В Чкаловской бригаде Игорь стал связным, разведчиком, посыльным. Дважды мальчишка вместе со взрослыми стойко переживал все тяготы фашистской блокады. После освобождения Минска Игорь пошел в 3 класс средней школы номер 13. Получив среднее образование, поступил на исторический факультет Белорусского государственного университета имени Ленина. После его окончания начал заниматься журналистикой. Работал заведующим отделом газеты «Знамя юности». Писал рассказы, стихи. Трагически погиб в 1970 году. Игорь Ефимович Садовский был награжден медалями «Партизану Отечественной войны второй степени» за победу над Германией и другими наградами. А 29 июня 1989 года приказом номер 88 Игорь Садовский зачислен в батальон белорусских «Орлят». «Голос поколений». Программа основана на реальных фактах и посвящается юным защитникам Родины. «Голос поколений» – специальный проект республиканской газеты для детей и подростков «Зорька».